Расскажите еще что-нибудь, как вы видите смену власти в России, как вы хотите остановить войну, как вы хотите остановить Путина, расскажите, каким образом должна смениться власть, если выборы это фарс, по-вашему, и вы против революции, как сменить? Отойдите, пожалуйста. Два идиота на меня, это многовато. Да. Можете продолжать меня оскорблять, я вам позволяю это. Теперь нормальные выборы. Так. Поэтому я чувствую, что он доиграется до взрыва. До взрыва? Конечно. Какого конкретно взрыва? Ой, ну это я не буду записывать, где-то, пожалуйста, читать литературу. Нет, вы уж свои слова обоснуйте. Вы сейчас про теракты говорите? Вы угрожаете терактами России? Какой конкретно взрыв вы сейчас описали? То есть вы боитесь пока публично призывать к революции, но взрыв вы уже сказали, да? То есть вам нужны взрывы, вам нужны потрясения. Они не нужны мне. Уважаемые друзья, этот человек не призывает к революции лишь только потому, что это уголовная статья, и он подсекает себе штаны. Что еще я делал? Взрывал фаеры? Когда-нибудь, приятель, когда-нибудь после Путина мы тебя найдем и вытащим из-под зала. Когда-нибудь. И что будет? Ты будешь прятаться. Когда-нибудь после Путина ты будешь лично прятаться. От кого? Я буду разыскивать. Она найдется от кого. Почему? Я просто тебе сказал о том, что будет так. Как? А дальше уже посмотрим, как будет. Как вы относитесь к нацизму? Нацизму? Отрицательно. Как вы относитесь к Степану Бандере? Сложная личность. Он не нацист? Не знаю, не могу сказать. Не можете сказать? Ну как же так? Он же призывал убивать. Нацисты держали его в концлагере. Как вы относитесь к тому, что Путин ворует? Нацисты держали его в концлагере. Понимаешь? Вот это я понимаю. Сталин, в общем-то, нашу страну и уничтожил по-хорошему. Уничтожил сельское хозяйство. Потому что ты... Он его поднял. Куда он его поднял? Послушай, люди голодали. Индустриализация. На трудодни людям ничего не давали. Какая индустриализация? О чем ты говоришь? У меня паи от бабушки, которые она заработала трудодни. Историк, но как я знаю, что вы так подменяете в нем понятие тогда? И врете, стоите нагло в чем же он велик, когда отбираете ваши деньги. Членам, братья, украинцы, посмехнется доля сынуть наши вороженьки, як роса на солнце. Запануем и мы, братья, у своей сторонки и покажем, что мы, братья, козацко. Роду! Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава!